На ОМК прошел этап межзаводской школы по обмену опытом специалистов электросталеплавильного производства. Ее организует корпорация производителей черных металлов. 43 представителя крупнейших металлургических компаний России и ближнего зарубежья прибыли на комбинат, чтобы изучить опыт компании «Металлоинвест» по выпуску высококачественной стали. Программа мероприятия приехавших на ОМК производственников включала в себя как доклады на острые, узконаправленные темы из области металлургии, так и визуальное знакомство с комбинатом и его опытом в решении вопросов модернизации основного технологического оборудования. Лучшая сталь России тут выплавляется, прежде всего по первородному сырью. Ну и главное, что накоплен тут колоссальный опыт организации работы, борьбы за качество. Металл, который, ну, сегодня автомобилестроение мировое, оно уже немыслимо без оскольского комбината. ОМК активно поддерживает подобного рода семинары, ведь в гости приезжают специалисты высокого уровня, привозя свой бесценный опыт. Эти встречи на таком высоком уровне, они позволяют нам прежде всего подчеркнуть, тем не менее, иные знания, иные опытные какие-то материалы, которые... И позволяет комбинату продвигаться дальше, несмотря на то, что, я еще раз повторюсь, мы, казалось бы, имеем достаточно высокие технологичные оборудования. Теория теории, но производственникам хочется все пощупать руками. Представители белорусского металлургического завода очень хотели познакомиться со скользкими разливочными машинами. Для информации, белорусский металлургический завод способен производить более 2 миллионов тонн стали в год. ОМК выходит на 3,5 миллиона, а значит, коллегам из соседнего государства есть чему поучиться у оскольцев. Партнерские взаимоотношения, обмен лучшими практиками и наработками – это часть трудовых будней современных металлургов. Скажем так, конкуренты мы на рынке торговли, да, в принципе, так, мы не конкуренты, мы у вас и окатыши приобретаем, и все. И стремимся такое же качество получить, как на вашем заводе. Участники межзаводской школы познакомились с агрегатами электросталеплавильного цеха ОМК, почерпнули бесценный опыт по оптимизации и результативной организации ремонтного процесса в условиях интенсивного металлургического производства. Все отметили высокую технологичность, экологичность и эффективность оскольского комбината.